17 мая, Дворец культуры имени Кирова, финал и закрытие сезона открытой лиги КВН Копейского городского округа. На сцене три лучшие команды, определившиеся в течение всего сезона. Это сборная мистеров город Челябинск, Френд зона Копейск и сборная медицинского университета город Челябинск. Друзья, ну мы первый раз на этой сцене, и поэтому давайте раскачаем зал. Мы здесь специально для вас из Юргука. Команда без ушей и после нашего выступления. Ты не скажешь нам прощай. Ты пришел на финал, позабудь о стуке и на жриме. Не важно, кто из нас сегодня будет победителем. Ну что, не скучай, повеселимся. Напомним, темой этого сезона были времена года. В финале все шутки были посвящены лету. Надо сказать, что игра была очень напряженной. Уровень команд все члены жюри оценили высоко. По результатам третье место досталось команде сборная медуниверситета. На втором месте копейчане – команда «Френдзона». Мы должны удивить! Катя, давай тебе нос сломаем! Да, давай! Что? А, немножко осталось, да-да-да. Маша, мы должны порадовать жюри! Уважаемые жюри, у вас есть уникальная возможность сломать доскатик. Маша! Ну, девочки! Это что такое? Ну, ты, кажется, просила девочек. Маша! Так, песня. По нашей дворе, ой, горели фонари, были танцы, были танцы. Проиграли в хоккей нам, проиграли в хоккей нам, американцы. Золотые медали и денежный сертификат на сумму 20 тысяч рублей достались челябинцам. Команда сборная мистеров покорила зал и жюри своим остроумием. Даша, ты-то куда? Ты вообще с какой стати пришла именно к нам в команду? Ну вот у меня выбор был. Либо к вам, либо феи Винкс. Ну там схема мутная какая-то. Если решишь, можешь ты стать одной из нас. Я не решила. Даша, ты можешь быть хоть капельку полезной этой команде? Женский плач, только стукни, он появится. Женский плач, Русик, мачкани. Ребят! Вы не понимаете, что это финал, последняя игра. Спасибо за сезон, нас осудили. Дмитрий, что не так? Вернулись обратно! Уже в конце сентября состоится фестиваль КВН, на котором любые команды смогут заявить о своем желании побороться за первое место в следующем сезоне. Финал этого года можно будет увидеть в эфире телеканала «Инсит ТВ». Следите за программой.